Турнир по пейнтболу «Ильмени 2015» стал в Миассе ежегодным. В этом году он по традиции прошел на площадке пейнтбольного клуба «Легион» и собрал команды школ и среднеспециальных учебных заведений города. В этом году к участию были допущены команды старшеклассников. Судили их судьи Федерации пейнтбола России. Ребята пока новички. Новички, но очень быстро втягиваются в игру, очень быстро соображают, очень быстро начинают понимать стратегию игры. Уже сейчас, даже на первых играх, появляются тактические какие-то ходы интересные. За ребятами приятно посмотреть, приятно понаблюдать. На поле сражались далеко не профессионалы, но это не сказалось на зрелищности поединков. Каждая команда сыграла минимум 5 игр, в полуфинал проходили лучшие. Организаторы подготовили для всех участников полевую кухню, сварили кашу и напоили чаем. Мы уже второй год занимаемся. Игра вызывает, развивает внимательность. То есть и интересно побегать, отдохнуть, экстремальный вид спорта. Две есть знакомые команды, они довольно-таки сильные. Одна из них даже близко к нам. Вот с ними нам придется побороться. По итогам турнира на первом месте ребята из 16-й школы «Всегда готов». На втором – партизаны, сборная 15-й школы и геолого-разведочного колледжа. На третьем – команда «Альтаир» из 44-й школы. Каждый участник турнира получил памятный подарок, а команды-победители – сертификаты на игру в пейнтбол. Также ребятам предложили защищать честь нашего города на втором региональном турнире, который пройдет в июле под Озерском. We'll be right back.